Приветствую всех зрителей канала Незацифрованный Камераж. Это у нас продолжение серии Zorro The Chronicles. Кто помнит, я ее проходил, немножко забросил, но ничего. В прошлой серии мы с вами что сделали? Размочили новый гарнизон Монастерио, да? Так, что тут у нас происходит? 9 мы выполнили. 9-10, наверное. 10 где? 10, 10 мы выполнили. Вот, ну да, Сан-Кристо. Ожидает корабль с элитным батальоном на борту. Придется так. Бонус, это мы все выполняли. 11. Мирные переговоры. Монастырь и впрямь настроен на мирные переговоры с чумашами. Какой-то сомнительно узнай, в чем причина неожиданного миролюбия. Давайте узнаем. Обзор миссии, let's go. Они хотят сделать. Давайте, короче, как? В бой. Let's go. В бой. Хороший, шикарный бой. Мирные переговоры. Я думаю, это не мирные переговоры, чуваки, потому что, ну, какие могут быть здесь мирные переговоры быть? Не похоже. Не похоже ни на какие мирные переговоры. Так, загружается. Начать миссию. Let's go. О, смотрите. А мы должны прям скрытно зайти куда-то в здание обратно. Интересно, интересно. Выясни, что задумал Монастерио. Я готов выяснить. Так, как там было? Как мне... Ага. Давай. Раз. Атака пошла. Я знаю, что делать. Сейчас будем бегать от них. О, тут снайперы, тут все есть, чуваки. Это сложно будет нам, да? Ладно. Давайте. Раз, два. Что надо делать? Перемахните через разных солдат. Блин, надо вот так было сделать, да? Через разных солдат? Бро, подожди. Раз, перемахнул. И через этого тоже, да? Ну все, это выполнили. Это было легко. И тебя тоже мы здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Хе-хе-хе. Блин, вообще, игра прикольная, если посмотреть. Так, это надо снять. Быстренько такая, постреляться, повоевать. Так, как это сломать? А, все, мы сломали. Сейчас мы туда придем, к этим типам. А как было? Я уже забыл. На Q. А, на Q. Раз, два, три. Давай, супер. О, сейчас у меня взорвется же. На, курица тебя. Ой, я думал, я взорвусь. Этого типа снайпера лови, он опасный. Хорош. А, типочки, вы что тут делаете, а? Хорошо. А вы, кстати, там не видите ничего, да, у меня? У меня тут, короче, смотрите, вот такие штуки всякие, а вы их не видите, да? А, ну ладно, так и оставим, вот так вот, ладно, поставим, вот так будете видеть. Так. Чувак, привет! Что это ты мне? Ключ принес какой-то? Толкнуть типов я не смог, да? О, карта. Интересно, что за карта. А, пушки придумать, как они избавиться. Как? Придумай, как от них избавиться. От пушек? Каких пушек? А где карта? Ага. Я понял. Короче, нам надо сейчас эти пушки сломать. Так, вырываемся. Так, в кострище типов, да, надо? Давайте кострище сюда. Сколько, троих надо? Раз, попался. Давай. Ой-ой-ой. Давай сюда. А, им вообще, вот этим... Вообще пофиг, да? Вы чё, блин? Раз, два, три. А давайте... Не, мне не получится вас сюда в кострище кинуть. Вот этого сразу просто размотаем на изи. А вот этого надо будет потихоньку. Так, кострище одного, второго. Есть, а второй, двух. О, я все сделал. Молодец. Так, четыре волны сделаем и потом используем. Чувак, ты можешь покоиться все уже?
Все, этот тип тоже успокоился. Все, я вас забираю, все бомбы. Я понял, вы хотели взорвать, да? Найдите взрывчатку. Сейчас найдем, сейчас найдем. Взрывчаточку найдем, все найдем у вас, чуваки. Так. Вон там взрывчатка, смотрите, далеко, далеко, далеко. Окей. Далеко, 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 далеко. Так, на крышу сможем залезть? Бонусная область. Бонусная область. Обязательно все задать так, чтобы вас не заметили. Блин, я же не получится. Мне так южно не получится, бро. Раз, два, три. Я тоже. Снайпер! Раз. Два. Давай. Ого. Не, ну конь у меня топовый. Сразу снес, типа, на изи. Ой, ой, прыгай, прыгай. Хорош. Давай две. Сразу двоих, да? Нет, мы сразу троих, что ли? О, забирай, забирай. А мы быстро что-то забираем, да, как-то? Да, да, да. Так. Хорош. Не-не, я не буду с вами воевать. Я сейчас заберу все быстренько свое по праву, принадлежащее. Вообще быстро, да? Волна? Не надо, зачем? Тут еще этот... Он попал в меня? Надеюсь, нет. Так я могу так прыгать на них, да? Эй, чувак! Прыгай на них, прыгай! Нельзя? Давай, давай! Хорош! Хорош! Вау! Ай, больно, бро! Это типа первая волна только? По-любому только первая волна, я вам говорю. Бро, ты мне поможешь сейчас. Гранаты раскидывай свои быстренько. Во! Во! Давайте ближе сюда ко мне. Хорошо. Давай еще одну сюда. Да давай еще одну сюда. Чуваки, вы что тут хотите? Кого вы забыли? Ой, хорошо. Молодец, молодец. Кого тут забыли? Я вообще понять не могу. Ой, больно, больно. Так, стоп. Взрывай их. Ой, хорошо. Так. Вот с этого слева. Есть, об стенку. Взорвайся. Ай, больно. А где мне хп найти? Интересно. Здесь можно найти хп? А здесь? Здесь нет хпшек? Ладно. О, это били. Все, чувак. Твои вот эти штуки уже не работают. Забираем вот эти взрывчатки. И мы зашли все три взрывчаточки. Отлично. На все динамиты пушки найдены. Теперь уничтожены пушки. Уничтожаем пушки, давайте. Так, а как отсюда выйти? Вот так? Типа вот так выбегаем? Ну ладно, давайте. Не будет у вас больше мысли. Да, хотел колокол прожать, а я его сломал. Вот так вот, братишка, попался. Что мне делать? Обозреть охрану амбара. ХП мало, кстати. Как мало пойдет? Навозную кучу, давайте, какашки. Чуваки, давай, привет. Давай сюда. Полился, да? Раз, какашку тебе, раз. На, тебе тоже какашку, бро. Так, а ты чё? Раз. Раз. Блин, чуваки, короче, не попадают. Окей. Сюда, сюда. Не хотите сюда попасть? Ладно. Короче, деремся с ними. Оп, 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 оп. И тебя тоже туда. Так, этот не попадается, да? Не получилось. Ух. 1738, кстати. Братишка, а ты чё? Отлично. Давай сюда.
Типам, не хочешь попасть? Блин, не могу его туда закинуть никак. Ладно, не попадается, он не попадается. Раз. Раз. Есть. Ладно, ладно. Немножко не повезло. Все так смешно лезят вообще. Так, что, взрываем? Ладно, взрываем. Да. А, мирный переговор. Отлично. Теперь можно спокойно уехать на торнадо. Ууу, я бы здесь фотку классно бы сделал такую. Ладно. Так, ну все, сматываемся отсюда. Так, а вы не дадите мне пройти? Я просто вот так пробегу, хорошо? Вот так вот, вот, вот так вот, вот. И сматываюсь. Вы же меня не догоните, чуваки. Все, пока. Давай, 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 давай! Есть! Я смог убежать. Дом горит, дом горит. Хорошо. И типа, а в чем был смысл, типа, взрывать их, таки не понял. Он разве узнал, в чем проблема? Ладно. Следующая миссия, давайте, let's go дальше смотреть. У нас там, по-моему, какая должна быть? 13-я? Я хочу за Диего играть. Мне хочется за Диего катать. 12-е. Миссия номер 12. Что тут у нас? Загадочный сундук. В казармах Лос-Анджелеса обнаружился загадочный ящик с именем Зорро. Определенно какая-то ловушка. Но разве Зорро когда-то нибудь останавливали? Обзор миссии. Let's go. Нет, мы будем воевать. Давайте, загадочный сундучок. Интересно, 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 что за загадочный сундучок. Давайте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага, все охраняется, да, хорошо. Толкнуть 3 солдата в сток сена. Реально? Сток сена толкнуть? Проникните в казарму. Вон там ключ. Не, мы сейчас идем за ключом сразу, да? Раз. Так, типок получает. Типочек получает, хорошо. Так, забираем сейчас все. У этих типов должен быть ключ. Хорош, хорош, хорош. О, забрать ключ! Так быстро! Я забрал его! Ха-ха-ха! Чуваки, я забрал весь ключ себе! Да-д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 а! А мы сможем как-то быстро-быстро это все сделать? Интересно, за 2 секунды зайти. Мы туда, наверное, не зайдем, да? Просто так. Интересно, интересно. Снайпер, это будет как-то выбить. 2, 3, 4. Так, раз. Открыть ворота! А зачем открывать? Зачем открывать, бро, ворота? Может, не надо? А чё так вас много-то? Офигеть, вас так много! Раз, взорвался! Молодец, всех своих типов взорвал. Вот это, конечно, куча их тут. Давай, давай, бро. Отлично, от этого вот сложного типа. Молодец, да, да, типа, да, да! Оглушить разных... А как оглушить? Раз. Так, типа. Раз. Все. А я с ней оглушил, разве никак? Ай, больно. КП-то уже мало. Бро, может, успокоишься? Есть. Да, повезло, повезло, да? О, ура, хп есть.
Все, открываю, открыть ворота. Я проникаю, быстренько сейчас открываем. И что там? Забери за сундука и посмотри, что в нем. Так, сундучок какой-то, да? Открыть сундучок. Давайте. Открываем. Что здесь в нем? Пусто? Меня панули. Пустой сундук. А, типа меня поймали вы, да? И закрыли дверь, да, еще? Ой-ой-ой! Так резко начать? Ой, зачем так резко-то? Блин, попал меня, да? А нас наберем все порубать? Вырубать, повырубать, повырубать. Давай, хорош. Ой, как мы тут вообще скачем, как эти, как ненормальные. Давай, давай тоже. Молодец. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший тип. Так, чувако, чувачки. Есть. Да. Да. Давай его. У-у-у. В принципе, ты не такой уж и сложный, бро. Все, тебя об стеночку раз. Так, вот это, конечно, будет с нами сейчас немножко сопротивляться, но я использую волшебный, блин, пендель. Хорош этого тоже. Последняя волна. Так, окей. Хорош. Есть. О, о, нет. Что за воин такой? Офигеть! Не-не-не, тут вот сложно. О, какой сложный тип, а? Его только волной, что ли, размотать? Есть. Забирай, что это такое? Толкнуть создать друг друга. Забрали карту снова. Что дальше? Украденные деньги где-то здесь. Обязательно все забери перед уходом. Украденные деньги перед уходом. Так, идем, идем забирать. Ладно, идем. Так, это сломали штуку на всякий случай. Привет, бро. А ты что тут забыл, а? Думаешь, будешь мешать мне всегда? Да, солдатики, солдатики, вы чё? Кидайте! Бро, а киньте сразу две! А, разных назад камнем отвлеки оттечь. Ой-ой-ой! Давай! Раз одного! Поймал, отлично! Еще одного давай так. Ой, шляпа твоя упала просто. Молодцы какие! Раз! Да-да-да! Вау! Не, вот сейчас прям вообще бонусно прям. Денежки у кого забрать-то? А, так я просто зря подрался с вами, да, получается? Что-то не туда пошел или что? Стоп, нет, нет. Где-то здесь? Где-то здесь? Реально? Где украденные налоги? А где они, бочка, что ли? А, вот они. Забираю, забираю. Вау. Нашел. Так, я понял. Короче, мы просто ищем где-то сундук за домом. И все. Так, пробегаю. Угу. Так, а здесь далеко? Я вам полкарты пробежали. Так, подождите, подождите. О, нет. О, нет. Миллион людей, да? Так. Придется с ними подраться, чего делать. Отлично. Это можно на дом залезть? О, как-то на дом.
Нельзя! Ой! Ой, хорошо как! Ой, как хорошо сейчас! Ой-ой-ой-ой! Какой ты хороший! Есть! Кидай, кидай! Кидай прямо сюда! Ой, молодец! Давай сюда! Да! Промахнулся! Зажали! Ну-ка, давай-ка вот этого чипа, который стреляет. У меня 2 хп осталось. Ой, больно. Раз. Ой-ой-ой-ой, сейчас мы чуть-чуть по башке не дали, да? Ой, больно. Я сматываюсь. Пожалуйста, хп. Ура, есть. Повезло. Давай, давай. По ногам тебе. Да. Да. Есть. Какие сложные. Какие же вы сложные. Так, ищем здесь. Где-то здесь должен быть ящик. Я вам говорю. Вот он. Там здесь стоял. Ладно, забираем. Все. И что, мы, получается, выполнили все вместе? Синенький теперь умчись на Торнадо. Сматываемся, да, у нас. Все денежки забрали. Интересно, себе, наверное, заберут, да? Да нет, конечно, это же Зорро! Чуваки, вы что, спите? Давай! 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 Давай, 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 давай! Есть, успели! Хорош. Адиос, бабиос, марандиос. И убегаем далеко. И надолго. Ладно, сейчас зачетку сыграем. Давайте. Плюс 200, да? Следующая миссия. Следующая миссия. Интересно, какая? Давайте, Инес. Хорошо. Миссия 13. Что? Миссия номер 13. Люди монастыря обнаружили клад соседней деревушки и запахали его себе. Отыщи сокровища и верни законному владельцу. Короче, все с этими сокровищами, да? Вот, все, давайте. Сокровище, так сокровище. Давайте, ниндзя. Скрытный вход, да. Люди монастыря обнаружили клад. Как я его смогу вернуть? Я даже не знаю. Как это найти типа, у которого... Вау, тут их очень много, смотрите, прям очень много. Салон какой-то. Салон какой-то, салон. Ну давай, НС, работай. Потихонечку, потихонечку сейчас будем. Найди три части сокровища. Так, аккуратно просто. Идем аккуратненько. Так, а где, интересно? Так, раз, два. Стоп, а мы же типа зашли уже? Допустим, сейчас упадем сюда. Вы здесь где-то? Ой, я вроде нашел. Мы спалили, да? Часть сокровища. Где же поискать-то можно? Так, ищем. Ой, я вроде нашел, да? Или нет? А вон там что? Так, а здесь ничего нету. Здесь вроде тоже нету. Ладно, идем атаковать. Так, непонятно пока. Ого ты! Нифига ты как умеешь. Так, а это не сокровище? Нет, вроде. Так, выполни контратаку 3 раза. Контратаку? Мы уже сделали, нет? О, я взорвался. Нифига вы смеетесь. Попался, первый раз попался прям жестко, наверное. Раз, два. Нет, тетка хорошо стреляет, да, вообще сражается так. Прям туда я его толкнул. Да пошел ты, блин!
Хорош. Да, да. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай его сюда. Давай. О, забрать. А, вот у тебя оно. Вау, хорош, братишка, ты молодец. Какой же ты молодец. Забираем. Забирай. Вау. Так. А вот это что такое? Давайте искать вон там тогда. Вот здесь что-то какое-то большое прям, да? Ой, тут прям вой... Прям по центру находится, что ли? Это, наверное, у типов, да? Привет, бро. А! Не то залез! Зра, зра, зра. Хорош. Есть. Раз, два, три. Запрыгнул. Повезло. Ой, как же надо быстро прыгать, чтобы этого типа размотать. Ой, хорошо именно на этого. Ой, хорошо, что именно этого типа. О, забрать сокровище именно у него. Давай, быстрей. Давай, забирай. Давай, забирай. Не дали. Они сейчас взорвутся пока. Давай, пока взрываются, давай ты быстренько забирай. Все, пока. Я утащил вас. Я вас утащил. Все, пока, 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 пока всем. До свидос, до свидос. Все, молодцы, вы молодцы. Так. Вот сюда. Вот сюда. Это здесь, что ли? О, надо вот это сломать. Я вам говорю, вот это сейчас сломаем. Как мне прыгнуть? Где? Хорош. Вот сюда. Мне главное вот эту штучку сломать. Все. Все, пока. Снайперов нету? Нет, есть какой-то здесь снайпер. Три снайпера! Не надо. Чуваки, пожалуйста. Оле! КП восстановили. Да, да. Блин, больно. Хорош. Бро, ты не попадаешь что-то. Плохой себе снайпер, конечно. Вот не бы такую штуку. Бро. Молодцы, во! Сюда, ко мне все! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Здравствуйте, товарищи! Приветики! Ну ничего себе вас подставляет, да, типок? Ну бывает, бывает. Блин, как же они после этого, конечно, очень плохо защищаются, да? Давай, супер прием. Бабах! О, забираем. Ой, как у нас вообще... Мы так быстро разносим. Брод, ты не устал, а? Все, иди отсюда. Брод, все, иди отсюда. Хватит уже, блин. Все, пошел, да. Я же не забрал. Нет, дайте ей забрать. Все, забрать сокровище. Все. О! Позови торнадо. Идем. Че, мы сейчас сразу убежим, что ли? Мы сразу убегаем или что делаем? А, тут дверь открылась. Чтобы мы типа вышли, да? Нормально, нормально, пойдет. Мы наверх можно подняться как-то, я не знаю. В смысле, как позвать-то? А как позвать? Позвать-то можем его, нет вообще? А, вот мы поднялись наверх. Как отсюда убежать? Скажите мне, пожалуйста. Как мы отсюда убежим-то вообще?
Угу. Загадка века, да? Здесь можно бежать? Нельзя. В смысле? Зачем здесь открывали-то? Типа здесь, чтобы мы... Мы типа сломали много вот этих всяких ящиков или что? Так, может в другой стороне где-то выход должен быть? А, вот тут что ли? Привет. Наклейка, кстати, привет. Сейчас сделаем, наклеим плакат здесь. Так, что там будет интересно? Ха, нормально. Нормально придумали. Ого, чего-то вас много. Так, убегаем быстрее, 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 быстрее. И вот так вот сейчас. Быстренько вот так вот. Ломай эту штуку. Хорош. Все, пока. Я сматываюсь. Так, и что, я позову сейчас его? Типа убегу сразу? Хорош. А, не получилось? Бонус на область. Надо уже спешить. А, нам надо что-то... Выживать, что ли? Я понял. Грузую вам безопасную встречу. Да как я организую, бро? У нас тут не получится. Ой! Хорош. Че, мне прям всех отдебасить надо здесь? Бро. Бам! Бум! 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 Давай, давай! Все, с этого штаны сняла! Этого отдубасила. Все. Все. Организуйте вам безопасную зону. В смысле? Мы же сделали, нет? А, ну все. Безопасную зону, как это сделать? Че, всех отдубасить надо, что ли? Реально всех отдубасить? А, все? Пора уезжать. Бро. Сиди отсюда. Сматываемся. Адиос, победа! Так мы быстро все проходим, да? Так, ну что ты? Как всегда такое. Всех сломали, поломали, все валяются. Ой-ой-ой, что происходит? Хорошо. Следующая миссия. Давайте мы успеваем еще одну миссию выполнить, прикиньте. Так, быстро все выполняем. Давайте за Диего. А, номер 13. А где 13? Тут 13 нету. А, мы выполнили 13. А мы с вами 13 выполнили, да? 14 тогда давайте. А, мы только что выполняли, да? Все, понял. Ага, так, ложь Алисе Монстера проставил ограбление дилижанса, чтобы очернить взор в глазах жителей. Вернее, украденный груз и восстановить честь. Вот строил ограбление дилижанса. Ага, ну давайте. Дилижанс. Будем воевать. Давайте. Давайте, давайте. За начать миссию. Let's go. Обратно город. Прикольный, хороший. Пробежали. Let's go. Ложь Алисия. Конечно, понадобится шестерня и ручка. Для доступа в хранилище шестерня и ручка. Надеюсь, и предметы
Хранилище давайте искать. Я аккуратненько пройду сейчас вот так. Аккуратненько. Типы спят, да? Вы можете спать, братишки, я буду вот так. Да. Может... Вы можете все хотите делать. А нас сейчас палили, что ли? А как мне туда идти? Целая куча, смотрите их. Как мне туда идти вообще? Подождите. Так. Чуваки, вы что, будете со мной бегать? Я как-то неправильно пошел, да, я так понял? Так, мы здесь не перелезем. Так, аккуратненько. Здесь нас палят по-любому. Где вход-то? Так, вот здесь, да, где-то? Так, здесь вход? А, непонятно, где вход-то? Чуваки, где у вас вход? Привет, а вход подскажешь, где находится, бро? Как мне к вам залезть-то? Найдите предметы для доступа в хранилище. А как мне к вам доходить? Я же залезть так не могу? Не могу. Блин, оббегал все просто, смотрите, нету входа. Здесь входа нету. Офигеть. И как мне дойти? Представляете? А вон какой-то есть. Вроде бы. Здравствуйте, товарищ. Может, мне здесь откроете вход как-то, я не знаю. Не хотите меня как-то освободить здесь место? Привет. Будем драться, что поделать? Будем драться. Может, у этого... Так, ну как... Выживаем. Вот снайпера, а. Оп. Хорош. Кидай. Ну, чувачки, вы чё, офигели, что ли? О, кидай. Сейчас взорвётся. Хорош. Так. Ой, хорошо, хп мало. Ладно. Да, вот это в передрягу попали, конечно. Ура, хп есть. Хорош. Давай. Молодец какой. Какой молодец. Бум, забайте вас. Молодец. Там вот сильно размотали. Хорош. И тебя тоже. Просто... Изи. Ну вход же вы мне не дадите, да? Стоп, я вроде нашел ход. Я нашел ход, прикиньте. Есть, я зашел. Так, отлично. Сейчас аккуратненько залезем. По крышам будем лазить. Все. А крыша так потихонечку, смотрите, обойдем их. Ой, я прям сюда зашел.
Так, мы почти у цели уже. Так, сломали. Отлично, отлично, отлично. О, сейчас наклеечку сделаем. Сейчас хпшечку восстановили. Все шикарно. Так, сейчас за фотка будет интересно. Ван, гамбургер. И тут залезть. Отсюда? Нету входа здесь, чуваки. А как это залазить-то? А, с другой стороны, типа. А, я бегу, я бегу, бегу. Ой-ой-ой, бегу, 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 бегу. Давай сюда. Во! Сложнее стало, конечно. Туда нельзя залезть. Так, туда нельзя залезть. А, во. Прыгай, прыгай. Окей. Какие здесь ходы-то сложные, да? Ой, я нашел ход. Бро, подожди, ты мешаешь мне. Окей. Есть. О, нет. Ну, снайпер, ты, конечно, вовремя. Ты, конечно, вовремя, как обычно. Раз. Полетел, давай. Отлично. Оп. Сюда. Так, запчасть есть, запчасть, ура. Я вас долго искал, если что. Ай, больно. Что происходит-то? Да, пошел отсюда. Да. Да. Хорош! 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 Давай! Нормально. Так, это... Всё, по одному удару только делать? По два удара только, да? Какие вы сложные. Хорош, молодец. Все, забираем. Первую штучку забираем. Еле как, конечно, нашли. Так, а вторая там, да? Понял. Будет с той стороны тоже сложно, по-любому. Ой, я вас залез сюда, кстати. Так, наклеим эту штучку сюда. Окей, здесь тоже что-то клеили. Молодец. Молодец, пошел гулять, огурец. Так. Здесь же полегче будет, да? Блин. Чувак. Ладно. Так, он здесь нам не нужен, по идее. А ты что тут делаешь, а? Пешечку дай-ка сюда. Типа надо в другую сторону идти, что ли? Снайпер отсюда вынесем сейчас. Ого. Ого, стоять. Стоять. Серьезно, с какой стороны их? Это надо с другой стороны, я вижу. С другой стороны. А, это с другой стороны, да? Кто-то, конечно, не сделали проходы. Раз. Два. Привет! А я здесь уже. Я быстро, бро. Давай, давай! Так. Да выкинь ты его уже за борт туда. Какой ты жесткий. Не хочешь? Не хочешь, панель? Давай, блин.
Нифига себе тебя бить долго. Раз, два, три. Блин, иди отсюда. Раз. Блин, очень тяжело с этим справляться. Ага. Наверх. Да, тут целая банда, да? Ай, больно, чуваки. Раз, два. Хорош. И этого типа тоже сюда. Забираем. Забираем наши всякие штучки. Блин, я не отключил? Я не отключил, оказывается. Но бывает. Так, что это у нас? Открой хранилище. Где? Вот она. Ха-ха, ничего себе ты. Как этот... Assassin's Creed, да? Так, забегаем сюда. Она что, сверху находится, что ли? Оп. А, вот она. Сверху, на крыше. Давай. И? Что? Проберись в хранилище. Давай. У, я прям туда упадаю. Круто. Победа! Забрали, все забрали, взяли. Шикарно. Ну все, чуваки, и на этом мы с вами заканчиваем. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. В описании будет ссылочка на полисе, где идти с друзьями обязательно. Под каждым роликом есть кнопочка «Спасибо». Можете поддержать донатиком или же становитесь спонсорами. Всем удачи и всем пока.